Всем привет! Хочу показать обзор на интересный мощный процессор. Раньше он был вообще топовый. В общем, покажу, расскажу немного. И кому понравится, пишите в личку, могу продать, отправить почтой. Это у нас... Та-дам! Intel Xeon E5-2689... 260 Гц, Коста-Рика, 8 ядер, серверный, тянет, почти все игрушки вообще без проблем. Компьютерный процессор. Вот, это внутренний вид. То есть новенький, оригинальный. В отличном состоянии, полный комплект, я думаю, видно. В общем, кому понравилось, смотрите в интернете про этот процессор. Кто себе хочет, пишите, продам. Спасибо всем за просмотр.